Здесь приглашены самые сильнейшие шахматистки континента. Здесь, как мы, 9-й рейтинг, по рейтингу стоим. Конечно, наша команда перспективная, каждая девочка может бороться с каждой любой шахматисткой. Я думаю, если взять любой матч, я думаю, наши шансы стоят неплохо. Думаю, с позитивом смотрим на будущее. Ну, конечно, когда я увидела состав, я немного обрадовалась, так как не приезжает сюда вице-чемпионка мира, это Хо Ифань. Сестры Косинцевой тоже отказались по своим проблемам со сборной. Не приезжает также Мари Сибак, лидер женской сборной Франции. Вот. Так что я думаю, наши шансы увеличиваются, когда состав приезжает более-менее меньшим составом.